мы в первом Басманном переулке. Сейчас сворачиваем с улицы Новые Басманные, где простились с 24-м троллейбусным маршрутом. И двигаемся к улице Новорязанская. Есть Басманный переулок, есть Басманный тупик. А вот это первый Басманный переулок. Вот, казалось бы, сколько уже был в этом районе, но есть еще, так скажем, непройденные улицы с переулками. Их не так уж и мало. Там, кстати, впереди, вот за Новорязанской улицей, начинается улица Ольховская. И на Ольховской улице как раз вот располагается второй троллейбусный парк, где когда-то базировался маршрут номер 24. И вот сейчас, последние годы, он ездит в парк аж в Ново-Косино. Так как второй троллейбусный парк уже более 2 лет как не функционирует. Вот здесь, кстати, вот линия тоже троллейбусная. Вот по ней машины, наверное, и в парк и ехали. Или из него. Но сейчас видно, что тут давно это дело не функционирует. Кстати, по Новорязанке еще ездит троллейбус номер 22. Пока что он будет вроде бы как работать месяц еще. Плюс-минус. Такая вот тут архитектура тоже. Ну, это, можно сказать, местность привокзальная. Недалеко располагается Комсомольская площадь. Или площадь трех вокзалов. Самый ближайший вокзал к нашему местоположению — это Казанский. Так, ну вот выходим. За 3 минуты мы преодолели этот переулок. И сворачиваем теперь налево. На улице Новорязанская. Там еще будет Басманный переулок и Рязанский проезд. Ольховский тупик вправо к Казанскому железной дороге. А здесь вот располагается центральная пассажирская пригородная компания. Вот ее значок. Буква Э обозначает электричка. У них даже блог был на Лайф-журнале. Назывался «Электричка из Москвы». Я его читал. Ну, он это самое. Сейчас что-то они его забросили. Может быть, Life Journal просто не такая популярная платформа. Так, ну все, и мы сейчас идем к просто Басманному переулку. Мы были на первом Басманном. А есть также и просто переулок, который называется Басманный.
Это разные несколько улицы. Сейчас мы тут прогуляемся.